И еще о ЧП. Пожару в новосибирском зоопарке привел аварийный режим работы электрообогревателя, выяснили дознаватели МЧС. Напомню, сгорел зимний вольер, погибли 12 редких птиц, среди которых павлины. Какой ущерб экономический нанес огонь и как будут ликвидировать последствия, расскажет Дмитрий Антипов. Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 2:30 ночи. Уже через 4 минуты пожарные были на месте. Загорелся деревянный домик, в котором птицы зимовали. Сейчас на его месте просто пустырь. Сотрудники зоопарка говорят, что новое пристанище для пернатых построят быстро. Я думаю, в течение 2-3 недель начнем заниматься восстановлением, все восстановим, все будет нормально. А такой же, как был, будете строить или другой? Ну, уже мы понимаем, что он был старенький, да, уже будет посвежее. На тушение огня ушло не более получаса. По предварительному заключению сотрудников МЧС причиной пожара стал неисправный обогреватель. В результате сгорели 12 птиц, среди которых разные виды кур и белые павлины. Оставшиеся в новосибирском зоопарке куры и павлины сейчас находятся в отдельном зимнем вольере. Однако доступ туда сейчас закрыт, потому что зоотехники говорят, что птицы сели на яйца. Однако уже летом их всех можно будет увидеть в этом вольере. Дмитрий Антипов, Алексей Баженов, новости ОТС.